Инчим хатосыр ныкыцэхэр зэзу хиганазы, шыпкам иго гулхурам фадзэвлэбгар. Нафнаи гуотрэп мауаши, ашхакар гуагар зэш ажрэцэфэм фад. Шыпка аджи техухау дунаем, ау илэс минбчагама ясапара дунай гуаддышхамра якабар агасайо. Аши закуп историям кончахар хазышахара. Шангалежма яхауконохари политикма чарагатхчижхари кахахах. Тиэра пача илэс шишчау зача бэжма, Китай императору цинчиган тхилёши арзача ариогастага. Конфуции тхуахари ахатал. Ашведа шисо капхан тлячиштар бэ, инквизициям тхилхар хагачи учёныхари гастыштал. Шипкар зарач олуқошан шичабыма зача ашиш ару шафынар. Илэс шапшаам кокоц адыга пачахахам Египет зара ағығар, дуна илэгап ази шангалежма гадхох. Аушитми. Искажений действительно много. Существуют издания, в которых черкесское присутствие, адыгское присутствие в средневековом Египте, в мамлюкском Египте буквально нивелируется. Адыгами Египет зара ағығам его қазымышра ученый шырбы. Маханайын им ағым фаду адыгама яқабар қықаш қодио қазыт хари мачып. Зигу на хашқырыр, ябшы көйінір ажағым и ядуныры пүчуым, грузин хам зарятия тоғыштар аны. Арабыр ежи уақты хачы, ежрат ажағыма зарахау чөштін пілік. Ари құрып, советска энциклопедияшқым яшынры том мұшту итхал. Черкескір грузин ләп қышаш. Мырзырым тәрәзір қабғыр оның пайы ұчоның ішчағып, ау Кавказ пәчежо шипсы оқу, лезгенри адығыри пәмч Кавказ ләп қари зықам зымыш үчірімче, ақыр зықафы ғой. Ау жыпқам әнуалеж шыпқа қари историографиям штампу қақу халқым қағу құн елдеч. Штампхар қызғачау қари қажауайды. Урыс Кавказ зау мұғыш адығыр яжығы жырағачхи, Турциям, Сириям, Балкан и қаралуғым, аш пәмішрапахым и зашығым, Дукмасов қызаритхыжығым че Кавказ кінежіға адығыр, абази нағой қаплитағами, мин точи тура білірі шанығырым нахбағып. Зипчара ашнах махужрэцэ флэпкам ягу гамэшыжу, и тарихи ашыгубшыжу фижал. А ухэтми шыгэ хабалбады хуждэп. Тхэлту арзардхалахар тэдэш ами забалатыни, бафидэни фай. Япшыгу тфэнэр, япшыгу хэнэр, япшыгу хэнэр, япшыгу хэнэр, адыгэ пачахахар арынах бой гибэцэ огар. Адыгэр зарахуанчыр ашызы, шэнэгэ лэжбэмэ адыгэм и тарих зарахаак одэштым теуфагу, черкесхэр зэчэ Кавказ шишхэр арынах шхафу зэлэпка бауш тарихым радыгэ. Аумазигу качо. Чахар, зизахар, нахабамча региональна периферийна историография рар. Татип шарышар, дунаем шизахашара историкхам, антропологхам, адхохар, дгафидызы, титарих зафадала шипкар затетым тетхо задалфажин, ядалш ануары. Гуши ампая шипкар зазагот из Айгор Ерыч, мамлюковед Индеду Дэвид Айлон Йитхильхам. Ит аниме шаналежер дуная средневековая история мча на специалисты шхоши амаши шуалита. Джашфед Вильям Попер Египетра Сириемра Чиркес Пачахам Яуам Зафиура Тхэлер Этхо Артхэлит Умаху. Аши лежапа Лос-Анджелес и университет. Мы ось агам шач хаплажин умлечину, тога кухапа Кавказымра Египетра Зарепха. Тога кухапа Кавказыр адгейми са адыгэ лепкма ярыгу жгар зара щитуар. Египет и мамлюк армия хатам и нахбари, парчахахари зара адыгалхар аш дэгу губчепчау кейтх. Итани бисмандинар аш тага нахмышами, Египет и мамлюк хамадзахар Кур'аным кыхэхохып, зара адыгадзау канажгалх. Мамлюкмы яхлыға хронику Алиханым адхыштығымы аши игол қашы ашын. Күшім пайы барқуқым
Мэляху кузара оштар ашиш гурамид. Ашкичар мэляхум кузара шитри кызарид зэчэш. Ашвэда шисо блячгам летописцама кагнаарбэ. Аушипкар зарат источник шахар сэд юшхалми яку гафидаа хураб. И показано, что большая часть солдат в армии мамлюкского Египта и большая часть правящего класса, это султаны и эмиры, состояла из уроженцев Зихии. Более того, имена, которые носят эти султаны, несмотря на принятие ислама, были не кораническими, не мусульманскими, а именно зихскими, косошскими, черкесскими именами этого периода. И мамлюкские хроники этого периода содержат большое количество терминов, специфических черкесских терминов. Здесь мы можем сказать, что султан-основатель черкесской династии Баркук, конец 14 века, носил прозвище Малихук. И мамлюкский хронист, его современник, пишет, что с черкесского Малихук переводится как «сын пастуха». Это совершенно с фонологической, с любой другой точки зрения, современное адыгейское слово, которое записано в мамлюкской хронике конца 14-го, начала 15 веков. И таких примеров существует в избытке. Но проблема в том, что в тенденциозной литературе весь этот пласт источниковый как бы отсекается и делается упор на совершенно другие вещи. История египетских мамлюков можно как бы рассматривать как историческое явление, она по-своему уникальная и, кажется, не имеет аналогов в мировой истории. Приходит к власти... Шоуже Гарху, Кавказ Грашаме, Урши, Египет, Пачхаур, Зарашал Бетор, Гашаун Диду, Дуней Тарихам, Хахухаама, Зичащищ. Ахарц кузе гогкин гогшинагум катрашихати, каралуш эмэ нахашагуаным кашиштох. Ахама пая гапсай джаб амарат хатира гаджиштох, етана шафит нуарат хижиштох. Шафит зараш иштохам шичалаш агон шичазафа и ах. Черкес мамлюкхам бурча яджиштох, аш кичвар крепостим и мамлюкха. А уж то зафяджиштохар, каир и цитадель зарадес иштохар ах. Адгапачаху Египет и Алма Япару будж династер Кезважагар Баркук. Это Аль-Черкес зафиорар Петху Египет Кашавышто. Ашкиджар Баркук зара Адгара. Кочепами хронисту Ибн Али Берди и статья Машишу, Ермаль учену Зияд Зайдзаджагам, узбляча мухушт овхар Кашевух. Аж обчахар здешача, шипкар хакудан Зайдзаджиштар. Рамфаду, армгак одну пешло, я обжигуплен ралляжагум, ибн Талиберди, Баркук зарадыгагар, пэмчхляб оф кызараха махарар, мизу митуук чагадха. Основателем как раз ее стал. Маляху кызарара уштари, ашкичар маляхум ко зарашитри, катхох. Араб хронистхар садилочи згура кахану ячау пащу шимту, Дагут хашта. Хуаш агар катхуху ужим чишху, ар казгашып кажра дата хамра, каубшсын умхечишт хуаш агар цыг хамра буахатых. Ашвадап Европами, Россиями и хрониках. Ахам захала куачара бэ. Зача аушта зафахра гуру гуайт. Кабля митха кухар. Хугар зашихуам шипса уштах. Нахабар янар лягу, ежам лягу гали, зашлягу ашипку казат хижгама каха хишта. Гуш ампая мишвада кабар араб хронист мактана асижа. Баркук ята Египет кагуи, ислам дин раштах. Ако Кавказ шежеш айуах, зарам кожрар мэнду гуршишто. Египет и паджахашхум пашха шитасы зарам хуштар раушта гаутасишто. Сацваш ания арьез урама, уадыга зухча тыруа паджит зарам хуштар. У паджахаш зарим. Яда им заку барку дэж шапхуи ахуах. Яны набжичу тлагати, зыпуи зляжа шапхур ар. Вот подробностям резко отличается от, допустим, от других летописей или хроник, скажем, Европы или, скажем, или России.
где там много путаницы. Есть такие сведения, которые интересны тем, что к Баркуку из Черкесии приехал отец, который именно принял ислам именно в Каире. Отец, как по сообщениям, это Ибн Тагри Берды, сердился на сына, на султана Египта, и требовал, чтобы он возвратился домой в Черкесию. Вот такие подробности. И самое интересное, вдруг те увидели, что отец сел в присутствии сына, и что оказалось весьма так необычным, и все мамлюки, которые были возле Баркука, стали говорить этому отцу Баркука, Анасу ибн Абдаллаху, что нельзя сидеть в присутствии султана. Вместе с отцом же приезжала туда его сестра Баркука, которая его, была его кормилицей. У него рано умерла мать, и сестра Баркука воспитывала его. Далее мамлюкский хронист замечает, что они говорили только на черкесском между собой. Дунайма нахшафиш хутетма шеши египет и культура. Адрес хлеб хорогож алмага шежи, межер за шаху за маш ухагану зарагаши, так так за культура я азарагам фадыхаб. Дунай историям казиш ажрам шагжаху, культура шага дедая ах, а ужибкам нахчежи узаджа абажика снахин. Хазру тхам кари тонфад. Узжахан умлячин культурна уж кагани, Египет и фараон хар тарихом шишхуах. Аушитми ахам ауш качага адвипаджахахам яна хабам ятятого, зими хам кочара жадаха и аш ягум экономика ри культура ри зон офри хлага паим дедама ятятох. Ти эра и аблен ралдаш агум шагжаву и абс уханарам насу, Египет и паджахахама яна хабар Кавказ шишхуах. Урс арабистикам и основателю Базили Залитхуагамча Кавказ Пачахама Якахуб. Дунай тарихам и гуртль ашаухар заошхума яхаханаш, Египет ядга пачахахар аш зарахатлам и кабархар катным и губчах. Султан Баркук, годы правления 1382-1399 годы. Это один из наиболее выдающихся политиков и военачальников той эпохи, эпохи позднего Средневековья, которая вошла в мировую историю прежде Баркук, Египет, Монгол Маяхан Помихушт. Тамерлан и Кухар Баркуху Алигаучал. Тамерлан и Губжил Гунный Аад. Минрас Шишрат Очипшарабс Губшарайхесен, Идзахар Мамлюк Макаль Шардахи, Сирием Тамерлянуку, Шипсарагачу Шизауах. Адгапашахар Мангул Матикуах. Тамерлан Ашнахи Нахля Шижо Агагубжил. Шаш Ажа Адгахам Апалачал. Египет Адгамамлюк Харказаши. Кавказ и адгашшерым мешлгалиаква. Ар зишишагар пшизапешажагу, анапара копра ашичечижо. Копр джиславинск на Кубани зва урарар. Мешаханам рыцарска культура ин адгама ахашло. Европа мащать япон хошито. Заум он ход за заугойче, рахуха овхар змемеш анымфэш хорбзам тяхашто. Абхази убыхи памчад гэхлэп ма бзэхари захао кухагу, ачи гуши ахар запрагазагу агафедэшто. Минра ишра точи плэрэп сгут фраэлэ сэм яхулу, пачахау мимзаку памч тетагушху Египет и арзача адгамау бэдо, аш имзаку Сириэри аах. Мамлюк хронист Мазарат Храмча Баркук Шапча Зашишир Натхуай Харар. Египет эксперт Майям Заху Европами Зарашахит Храмча Атлаханам Сириямра Египетра Зарашито Заовар Адха Мамлюках. Являлся вариацией различных терминов из обширного количества диалектов адыгского, абазинского, убыхского, абхазского языков. И никто не мог понять, о целях и намерениях участников похода.
Уже к 1395 году адыги, оказавшись в Египте, заняли все эмирские должности в Сирии и в Египте. Родственники Баркука, выходцы из этого клана, из которого был выходцем и Баркук, а Баркук у нас является выходцем из, предположительно, натухайского племени, из адыгского племени, жившего на крайнем западе Зихи или Черкесии, заняли все придворные посты, и в этот период, как пишут египетские историки, и как пишут европейские эксперты по истории Египта в эту эпоху, мамлюкское государство стало называться черкесским государством по господствующему племени. В 1424-1426 годах в правлении султана Барзбея Мамлюк-Черкесский Египет и Пачхавр Барзбей. Аши флот изтозище Кипр якуау, хэждэдо защезазалахар Кипр и столицу Никоседыш. Адгамамлюкхам текуанорг даху. Кипр и королю Жан-Делинян Гараш и Каир Каша. Аумэзаулич и Европа Митликуху хинуэс цехамра Венециан цехамра Какухи королер Барзбей шашафижу. Крупнейшим событием в этот период стала война с Наполеоном. Наполеон заигрывал с местным арабским, преимущественно арабским населением Египта и внушал им мысль, что франки пришли в Египет не для того, чтобы поработить мусульман. Французы дзер казаркогогу мичахагам тхагабсаача арабхар кашдихо француз пачхам. Зелагу камкуагу Египет убытын муради има у. Бухатлу и ар черкес хаматекуану каралер шафитыш жену арувазы цифхарадзах. Атаханам мамлюкыдзам бедуину хатахарзачы цифхазарук ухриявусу Наполеон глоучах. Зитур пирамидамая анагуна ашизазалах. Заур копэдзе бисаман наемнику адгадзам ханажарзачы Наполеон глухаж Джарри Кутачо мамлюкыдзер французма захалтал. Ашаханым тетхор зоғыр Мурадби. Минра шира зрейлесым Наполеон Францием кожыға. Ауасмын хама Египет и хаагуна қахыр қадзахи Кавказ кичрадзек ойлар насын амлечну ағабытах. Мамлюк маядзе зауужим мечедеда, аухахон цифыша агуатыштот. Уэсмен мая блокада ифясипс зтежауж, адыга мамлюк харзачафи, Албаниям крашава мамлюк маашишу Мухаммед Али пачахаур убыто. Блокада, устроенная османами, дала свои плоды, и значительно ослабевшие мамлюки Египта в 1811 году были вытеснены из Каира османским наместником, албанцем по происхождению, Мухаммедом Али. No.
باركوخ ابن أنس العثماني أبو سعيد سيف الدين الملك الظاهر، أول من ملك مصر من الشراكسة، وكان يلقب بابن الراعي من قبل عشيرته. تولى أتابكية العساكر وانتزع السلطنة من آخر بني قلاوون عام 784 هجرية، وتلقب بالملك الظاهر وانقادت إليه مصر والشام، وقام بأعمال من الإصلاح وبنى المدرسة البرقوقية بين القصرين بمصر. Der Gründer der tscherkessischen Sultan-Dynastie von Ägypten war Barkuk mit der Spitzname Malichuk. Es gibt keine Analogien in der Weltgeschichte. Fünf Jahrhunderte regierten in Ägypten Mamluken, gekaufte Sklaven aus Kaukasus. Основателем черкесской династии султанов Египта стал натухаевец Баркук по прозвищу Малихук, что в переводе означает «сын пастуха».